Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. Перед вами слива. В этом видео хочу показать, что делать, если мы обрезаем, а она снова тянется вверх. К примеру, вот есть молодые побеги. После укорачивания в прошлом году оставлялись веточки, как я говорю, я обычно оставляю там 20 сантиметров. И вот они стрельнули и побежали вверх. Побежали вверх, чтобы обогнать верхние ветки. То же самое внизу. Были сделаны срезы. Пошли сильные ветки, я их укоротил, они разветвились. Но еще упустили новые побеги, которые просто стремительно пошли вдоль кроны, то есть вдоль центрального побега. Во-первых, эти молодые, я полностью их убираю. Оставшиеся я их укорачиваю на 15-20 сантиметров. Один более коротко, другой более длинно, 30-40 сантиметров. Здесь просто укорачиваю. Дальше. Вот был сделан в прошлом году срез. Выпустила два маленьких побега. Они будут плодовые и один длинный. Можно его укоротить, а можно укоротить вот так на один из плодовых побегов. И так, также здесь, к примеру, очень длинный. Можно его укоротить так. Но если я не хочу, чтобы крона сильно расширялась, я на прошлогоднюю древесину, уже двухлетнюю, обрезаю на маленькую веточку. На маленький плодовый прутик. Также и здесь. И так я удерживаю крону сливы. Раз. Дальше. Вот был сделан срез. Пошли две ветки сюда, две ветки сюда. Внутрь кроны самую крупную убираем, а меньшую укорачиваю на 10-15 сантиметров. Также здесь. Так я образовываю плодовые звенья. Что значит плодовые звенья? Это значит, что они обрастают такими маленькими шпорцами. Это и есть плодовые веточки. Можно обрезать побег продолжения где-то здесь, но я обычно обрезаю вот так вот. Этим я стимулирую лучший рост здесь обрастающих веточек плодовых и не пуская ее вширь. Вот еще один пример. Здесь был сделан срез, пошло две ветки. Чтобы слива не уходила очень далеко там на периферию или вверх, я часто обрезаю именно на плодовую. Так, так, так. Внутри кроны, если сильно много эти плодовые веточки загущаются, их просто прореживаю или ужимаю, укорачиваю. Вот она удлинилась, обросла плодовыми веточками. Вот так вот, укоротил. Вот так вот, укоротил. Укоротил. То есть более пространство делаю свободным. Такой формировкой сад всегда будет одной высоты, одинаковые все деревья, компактные кроны. И это удобно. На этом пока все. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Орех. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Всегда рад вам помочь. До свидания.